Добрый день, меня зовут Лысинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Турции, в регионе Фиткие. Будем осматривать отель Барут. Ресепшн, бар, вечера живой музыки тут проходят. Вот он весь отель. В отеле «Голубой флаг». Павильоны. Красиво. Отель располагает для спокойного отдыха. Детская площадка находится на берегу моря. Закрыта тентом. Бар на пляже. Тип номера Family. Первая комната, две кровати. Во второй комнате стоит одна большая кровать. Чайный уголок, плазменный телевизор. В ванной две раковины. Санузел. Здесь ванна, есть душ тропический, вот он. Есть колонки, даже говорят, в номере, выход сразу на бассейн, два шезлонга, покрытие здесь, коврик лежит, и здесь у нас ламинат или паркет. Плазменный телевизор, чайный уголок, колонки. Что есть в баре? Пирс. У отеля шикарный вид. Смотрите, какая красота. Такое ощущение, что ты в Таиланде. Скалы, без воды. Здесь зелень. Очень красиво. Живописно. Даже на пляже посажены деревья. Вход галька. Вот видите, она такая. Павильоны. Два теннисных корта, здесь же на пляже, для настольного тенниса столик, волейбольная площадка. Номер 3104, это тип номера Superior, покрытие здесь плитка, здесь сразу же у нас ванна, две раковины, это со входа сразу. Туалет отдельно дверью. Есть у них тут ванна. И есть тропический душ перед ванной. Очень интересная такая. Мне подсказывают, что это Family Superior. Плитка тоже здесь. Большая кровать. Колонки, чайный уголок, плазменный телевизор, коврик. Выход опять-таки в бассейн. Выходите, у вас свой бассейн. Четыре шезлонга. Плазменный телевизор. Две отдельные кровати. Комнаты друг от друга дверью и коридором перегорожены. Еще раскладное кресло. Плазменный телевизор. Вот эта дверь. Вот он коридор, который является и ванной, и коридором. Это кофейня, здесь можно взять пирожные, можно мороженое. Вот они, виды мороженого, которые есть. Excuse me. Крутой фонтан. Да, я вижу. Очень мне хотелось дойти до сюда, посмотреть, что здесь. Бар на берегу. С 11 до 16 лепешки гюзлиме.
Амфитеатр, вечернее шоу-программа здесь проходит. Бассейн с баром прямо в бассейне. Очень мелкий вход здесь, и вот вы в бассейн попали. Есть только для детей. Видите, здесь низкая барная стойка, не подходит. Бар. Детский аквапарк. Закрыт тентом специальным, чтобы солнце не попадало. 25.04, стандарт swim. Swim up, это с выходом в бассейн. Здесь ванна, тропический душ, фен, одна раковина, две кровати, одна большая, одна поменьше. Покрытие здесь плитка, коврик большой. Плазменный телевизор, раскладное кресло с выходом. Бассейн. Вот это номера, которые swim up. Комната для игр. Мини-клуб. Аквапарк, три горки, небольшой. Вот так вот. Рядом находятся два теннисных корта, мы их смотрели. Там стрельба из лука слева. Настольный теннис, с другой стороны мы с вами смотрели уже. Еще один ресторан, вернее бар. Сейчас на улице 26 градусов. Еще один релакс-бассейн, без музыки. Здесь такие классные шезлонги прямо в воде. Судя по всему, это главный ресторан, в котором мы должны были обедать. К сожалению, мы не успели, поэтому не могу вам показать, чем здесь кормят на обед. Азиатский ресторан. Здесь крутые бассейны. Есть аквапарк у них. Вот они, горки. Гамаки, можно полежать, посмотреть на море, на небо. Хотите быть в курсе последних новостей в сфере туризма? Подписывайтесь на мой канал. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.